Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем шов в донате и завяжем его морским способом. Для начала нам нужно прошить нашу дальнюю стенку на расстоянии 1 см. Затем также выколоться и симметрично прошить нашу ближнюю стенку на таком же расстоянии. Достаем иголку, протягиваем нитку. Затем переворачиваем нашу иголку в положение от себя. И после этого прошиваемся в обратном порядке. Прошиваем сначала нашу ближнюю стенку, примерно на расстоянии 5 мм от края раны. Затем в поверхностном слое прошиваем нашу дальнюю стенку на таком же расстоянии. Затем начинаем формировать наш морской узел ручным способом. Завязываем первую петлю на правую руку, дотягиваем наш узел в натяжении, затягиваем вторую петлю на левую руку, протягиваем нити и второй петлей дотягиваем максимально первую, чтобы наш шов не развязался. Затем третью петлю формируем правой рукой. Дорогие друзья, если вам было полезно, поставьте лайк, подпишитесь на нас. Спасибо!